Всем привет! Перед вами сражение против ВИПа на карте Бутылочное горлышко. Сражение у нас без бустов. Противник попросил выложить сражение в записи. Собственно, выкладываю. Старт боя стандартный, тут ничего интересного не происходит. В целом, карта не слишком комфортная для игры наземкой. Она, во-первых, большая, во-вторых, тут один проход, наземка тут ну так себе. Поэтому я решил сыграть несколько иначе, чем играю обычно. И сыграть жестко через авиацию, попробовать выйти в ядерку, если получится. Для этого я расставляю здесь пехоту в лесу, чтобы перехватывать вертексов противника, заранее видеть, когда они будут лететь в атаку. Ну и, собственно, выхожу в 4 уровень штаба. Два авиазавода буду делать кречеты. Соответственно, каждый раз, когда вот тут мигают и тут рядом пролетают вертексы, я поднимаю кречетов. И пытаюсь их перехватить. Ну, здесь решил апнуться до хамелеонов. Тут у нас какое-то сражение. Он тут вертексами залетел. Я его отлично поймал. Еще вертексов перехватил. По-моему, этот вертекс не добил. А, он развернулся, я еще один добил. Короче, зря он это сделал. Если бы не развернулся, улетел бы домой. Живым-здоровым, а так он потерял почти всех вертексов, разменял его на один центр снабжения. Тут я еще что-то прилетал, хотел ему ПВОшку убить, но тоже зря, без бустов там не сильно полетаешь. В общем, ПВОшку-то я убил. Вот еще две ПВОшки, в общем, мне приходится отступать. Зря я летал, конечно, там, по-моему, потерял кого-то. Но в целом все окей, я это делаю. Буду делать хамелеон, буду делать дикобразов, чтобы отгонять противника еще на подлетах к моей базе. Ну и пытаться его прессовать одновременно суши, но основной упор все же на авиацию. Так, залетаем сверху. Тут решил залететь, попробовать что-то пробить. Аэродром я ему не убил. Соответственно, даже вертекса тоже не убил. Возвращаемся на базу. Ну, это в таком довольно... В скучном формате большая часть боя проходит. Вот каждый раз, когда на миникарте появляется сигнал, я взлетаю, потом обратно сажусь. Вот опять вылетаю. Ну, перехватил этот кого-то. Если я не ошибаюсь, разведчика перехватил. А вот кречеты. Я дал команду отмену, но часть кречетов все равно полетели на его базу. Вот у кречетов такое бывает очень часто, когда даешь команду лететь в одну сторону. Часть кречетов летит куда хотят, вторая часть слушается команды. Ну, в общем, такое бывает и очень часто, поэтому приходится по несколько раз давать команды, указывать точку, куда лететь, на всякий случай. Здесь опять, кстати, неплохо перехватил, очень неплохо, тут вертексы склеились. Я, собственно, практически без потерь убил ему несколько вертексов. Он там еще торов делал, опасаясь моей наземки, поэтому у меня больше кречетов было, чем у него вертексов. Так что тут все логично. Вот. Собственно, я сейчас в большом плюсе. Он теряет вертексов периодически. Я периодически залетаю его прессануть. Здесь убил. Не добил аэродром. Убил вертекса одного. Ну, больше особо ничего не сделаешь. Тут он тора поднял. Еще вертексов поднял. И еще торы летят. Но я чуть проморгал. Поднял кречетов. И вот... перехватываю, добиваю торов. Нужно отстраивать аэродром. Собственно, сейчас включаю хамелеон, дикобразов, отправляюсь на центр карты. Тут еще буду кречетами залетать. Но ему тоже, опять же, ничего не убил, он уже отремонтировал аэродром. Отправляемся дикобразами под туманом на центр карты. Будет торами вылетать, меня бомбить. Ну, я, естественно, буду его перехватывать. Сейчас он пока не летит, я поднимаюсь на холм, и вот торы чудом не убили, тут чуть-чуть на клетку вниз, и, собственно, я остался без тумана. Здесь тайфунчика ему убиваю, у него тут ничего больше такого опасного не вижу. Он тоже делал упор на авиацию, тором он пробил мимо, он считал, что я пойду дальше, но я дальше ехать не собирался, и вот я летаю кречетами постоянно. Над туманом надежды перехватить торов. Но мой противник же тоже не дурак, поэтому он просто так торов поднимать не будет. Я принимаю решение тут отступить.
отодвигаю свой отряд обратно. Тут кого-то убил, по-моему. Тут еще перехватил Тора. Вот сейчас перехватил, и нужно отступать, потому что вылетели вертексы. Вертексы вылетели, увидели туман. Противник мой отступил. Я сейчас перемещаю свой отряд выше по проходу. Вот он прилетел вертексом. И я пытался его перехватить. Понимал, что сейчас будет отряд. Но тут крестами вертекса не догонишь, естественно. Поэтому там что-то он потерял, что-то я потерял. Но в целом никто в большом плюсе не остался. Вот я сейчас начинаю строить ядерку. Решил я построить ядерку. Учитывая то, что я в довольно неплохом плюсе. Плюс я его прессую. Он не особо там вылетает в атаку. Я, кстати, вертекс ему перехватил, точно и точно, если бы он долетел до своего места назначения, скорее всего, разведал ядерку и ее выбивал. Вот сейчас смотрим, тут тоже что-то вылетело. Молоты есть, чтобы в туман заезжать. Ну, раз такая малина, я поднимаю гречетов и буду выцеливать молоты. Тут тайфунов очень много, поэтому нужно очень, очень аккуратно прямо кататься и летать. Копаю ресурсы на ядерку, в это время противника прессую. Пытался перехватить, если он что-то кем-то поедет. Вот сейчас он едет, убиваю ему молотов. Опять отступаем туманом. Ну, тут чуть-чуть попал. Попал под торы. Парочку диких вроде потерял. Кречетами это вообще перехватывал немножко. Но в целом довольно неплохо получилось. У меня уже есть ресурсы, я заряжаю ядерку. Мой противник ничего не сделать сейчас не может, он защищается на своей базе, у него мало наземки, было бы больше наземки, там Зевса Фит или Зевса Тайфун, все могло быть иначе. Ну а сейчас он тут что-то залетел, я так и не понял, он разведывал или не разведывал. Честно говоря, уже не помню. Так, вот здесь он разведал, летит через верх, чтобы я его не спалил. Летит он через верх и смотрим, вертекс им залетает. Кречеты, к счастью, к сожалению, точнее, не успел я перехватить. Но вот сейчас на развороте выношу ему ядерку, естественно, я отменил заранее, когда видел, что он вылетел. Тут я, кстати, проморгал и потерял отряд. Ну, там парочка диких. Все, ну, все. Собственно, здесь я отстраиваю, буду отстраивать дальше ядерку. Заказываю новых кречетов, заказываю дальше дикобразов. Строю новые ПВОшки, ну и продолжаем летать туда-сюда. Я тут свой отряд отправил обратно домой. Перехватывал ему молот и тайфун. Он опять вылетел. Ну, короче, тут все стандартно для сражения авиацией. Тут несколько тайфунов, несколько молотов. У меня опять много ресурсов. Я могу себе позволить строить ядерку. Собственно, это я и делаю. Там пока кречетами перебивал его отряд молотов. Вот сейчас сделал отряд Ягахама. Тут уже даже Яги есть. Он увидел большой отряд. Много тумана, по крайней мере, увидел. Вертекс ими отступил. То есть он не разведал ядерку. Ядерку мою не увидел. Шло такое сражение в воздухе. Торов я ему перебил вроде. Молотов не убил, естественно. Кречетами я там особо не летал над тайфунами. У меня не было задачи перебить молотов. У меня была задача не дать ему разведать ядерку. Собственно, с этим вроде как нормально справился. Сейчас выбиваем ему тайфун. Он отступает. Он-то не в курсе, что только два яга, поэтому в туман не едет. Через 30 секунд уже будет ядерка. Вот вертексы тут летают над моим туманом, но на базу мою он не летит, не разведывает. Ну и вот запускаем ядерку. И на этом, в принципе, уже все. Кстати, неплохо вынес. Без бустов. Оборона у здания не такая крепкая, поэтому очень много зацепил. Сам удивился, если честно. Ну, собственно, такой был бой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.